Горячие цифры этой недели – 883 тысячи человек, открывших брокерские счета в феврале этого года. Это абсолютный рекорд за всю историю российского фондового рынка. Предыдущий рекорд был поставлен в октябре прошлого года, когда 736 тысяч человек открыли брокерские счета. В феврале также было максимальное количество активных брокерских счетов и максимальное количество сделок, заключенных в один день. Это тоже рекорды нашего рынка. А число брокерских счетов в России превысило 10 миллионов. Конечно же, мы увидим и дальше рост количества брокерских счетов и активных клиентов, и числа сделок, но такого быстрого роста мы уже, скорее всего, не будем наблюдать в ближайшей перспективе, поскольку Центральный банк на последнем заседании, сохранив ключевую ставку, объявил о том, что ожидает повышения ее в среднесрочной перспективе. А значит, изменится и интерес частных инвесторов к альтернативным инвестициям в сравнении с депозитами. По всей видимости, мы увидим постепенный рост числа брокерских счетов, рост других видов формата инвестиций, но не такой быстрый, как мы видели в прошлом году и тем более, как видели в начале этого года. Рекорд, который был побит в феврале по месячному приросту числа брокерских счетов, вряд ли будет побит в этом году. Вы цените свое время? Тогда мы рады сообщить вам, что канал «Финверсия» начал выпуск новой еженедельной программы «1001 секунда об экономике». Программа выходит в конце каждой недели и посвящена обзору основных новостей российской экономики. Ведущим программы стал главный редактор «Финверсии» Ян Арт. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте.